Всем добрый день. Завтра матч «Динамо-АЕК» ответный. Сегодня наша традиционная предматчевая пресс-конференция. И вашему вниманию главный тренер Минского «Динамо» Сергей Витальевич Буренко. Сергей Витальевич, ваше мнение о матче, о подготовке команды? Ну что, первый тайм мы проиграли 2-0, проигрываем. Вот. Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы отыграться. Я уверен, что мы создадим и два момента, и более. У нас будет шанс забить. Очень важна будет реализация, конечно, и то, как ребята выполнят именно тренерскую установку и как воплотят наши идеи в жизнь. Отступать нам некуда. Вот. В этом плане я считаю, что такой психологический момент на нашей стороне. Ну и плюс, конечно, наши болельщики, родные стены должны нам помочь. Спасибо. Ваши вопросы. В первом матче у «Динамо» практически не было моментов. Это объясняется сугубо силой противника? Я считаю, что ряд ребят выпало, сыграли ниже своих возможностей в атаке. Спасибо. Что будет приоритетнее, по крайней мере, в начале домашнего матча? Это сохранить ворота свои сухими или все-таки больше акцент делать на атаку? Важно добиться. Нам надо делать акцент на атаку, нам надо забивать мяч и потом уже смотреть по обстоятельствам. Как отреагировало руководство на поражение 0-2? Стоит же цель выйти в группу? Как отреагировало? Еще у нас вторая игра. Давайте мы закончим вторую игру, потом вы этот вопрос зададите. Договорились? Окей. Рановато вы его задали. Еще ваши вопросы? В каком же вообще состоянии сейчас команда? Не команда, игроки, есть ли это повреждения, травмирования? Нет, сейчас все пребывают в каком боевом духе, все рвутся в игру, хотят играть. Травмированных у нас, если вы видели, Капленко уже восстановился после полученной травмы с кумкачами. Конечно, он не в оптимальных кондициях, но я думаю, что сейчас мы обладаем достаточным количеством игроков, чтобы играть на два фронта. Как ощущаете Климович после второго пропущенного гола и доверите ли вы ему место в основе завтра? Ну, будет день, будет пища. То есть еще вопросы? Завтра будет состав, все его увидите. А если бы у вас была возможность выпустить Жавнерчика завтра, вышел бы он? Я думаю, что да. Надо, конечно, посмотреть, в каком он находится состоянии. Я знаю, он 5 дней не тренировался. Но вот сейчас по индивидуальной программе готовится к «Нафтану». Вот в современном футболе переходы в стан принципиальных соперников – это стало нормой сейчас? Как считаете? Мне трудно ответить на ваш вопрос, что норма, что не норма. Там не сложилось. Он, человек, остался без клуба. Вот. Его желание, наше желание, чтобы он играл у нас, все это срослось, поэтому он перешел к нам. Для меня самое важное, чтобы спортсмен был мотивирован, а не с какого клуба переходит или еще что-то. Я хорошо знаю Максима уже давно, не один год, и это именно те футболисты, которые он с характером, я считаю, он нам поможет. Именно мне важны футболисты на поле, которые будут еще за собой вести ребят, то, что делает Наёк. Но одного Найка может не хватить на всю команду. Поэтому мне нужна именно группа лидеров. А вот та же покупка Жандерчика, это вот на трансферном рынке появился хороший игрок. Покупка? Да, согласно заключению контракта. На трансферном рынке появился хороший игрок высокого уровня, или это означает, что в принципе есть какие-то проблемы, на ваш взгляд, в обороне? Нет, мы искали усиление. И когда появляется свободный такой футболист и горит желанием играть, горит желанием доказывать и мотивированный, то почему он не усилить? Он может сыграть как в обороне, так может и в центральной линии помочь. То есть именно своим опытом, своей уверенностью дать другим ребятам более спокойно играть, более раскрепоститься. Я еще раз повторяю, что тот же Наёк – это пока только становление. Да, он боец, все, но мне еще нужен ряд опытных игроков, которые могут за собой повести. Можно ли сказать, что «Динамо» подписанием Жавнерчика ответил таким образом Батэ на переход Драгуна?
Или не стоит вообще? Глупые вопросы у вас и глупые размышления. По игре завтрашней есть вопросы? Какие-нибудь еще? Ты говоришь, вопросов нет, удачи. Спасибо, удачи. До свидания.